Незаконным бизнесом 28-летняя девушка занялась этой зимой. Закладки с наркотиками она делала в сугробах на обочине трассы. С чем в коньяке? Что за вещество? Я не знаю, как они правильно называют. Солярка. Ну, соль, да. Полицейские нашли более 30 спрятанных порций наркотиков. Еще два свертка обнаружили в автомобиле задержанной. Общий вес запрещенных веществ составил 15 граммов. Фальгинированная бумага, фрагмент, при разворачивании которого мы видим прозрачный полимерный пакетик типа зиплок. Информацию о заработке девушка нашла в интернете и даже внесла залог для трудоустройства. Осуществлять незаконную деятельность планировала до момента оформления на официальную работу. Однако, благодаря грамотным действиям полицейских, заниматься противозаконной деятельностью обвиняемой удалось меньше месяца. Жажда легких денег привела к серьезным неприятностям. Слезы и мольбы на полицейских не действуют. За преступление придется отвечать по закону. Дело направлено в суд для вынесения законного решения. В ближайшее время фигурантке грозит наказание, вплоть до 20 лет лишения свободы. Изъятые вещества по решению суда будут уничтожены. Станислав Костиков при содействии пресс-службы ОМВД России по Курской области. События дня.